Анна Погодина. Я приехала из России к вам в солнечную Бразилию. У меня был очень сложный и длинный путь, но он стоил того. Потому что здесь потрясающие люди, отличные мастера, которые работают в прекрасном слаженном ритме. Прошло 2 дня семинара, и мы сделали очень много красивых композиций. Ребята сами собрали цветы в технике пластика, научились делать настоящих кукол, а теперь собирают органик-декор в русском стиле. Я горжусь своими учениками, которые приехали на мой семинар в Бразилии. И если меня еще раз пригласят, я приеду с удовольствием. До новых встреч!